Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на модель от компании Great Wall Hobby, модель под номером L4808. Данная модель была приобретена мной в интернет-магазине Масштаб. Ссылка на магазин и на данную модель будет находиться под видео. Давайте приступим к обзору. Первое, что у нас красочный буксат. Далее тут листочки, так понимаю, с новинками выпускаемыми. Пакет с цветниками. Давайте мы их уберем. Самое такое необычное, я не ждал, когда это увидел, это на дне коробки ждет такой файлик для бумаг. А там удивился я в этом файлике. Файлик, кстати, Great Wall Hobby. Вот такая картинка вам на стену. Картинка. Можете повешать, чтобы данная картина украшала ваш дом. Все это сделано очень аккуратно, приличненько, молодцы ребята, нравится. Далее, инструкция, ну, позже. Тут у нас декали. Так, это ведь у нас маски. Точно, это маски на остекление, шикарно. Хочу вам показать декали. Травление. Так, травление у нас вот такое. Закрылки у нас отлично вообще сделаны, плюс ремни. Далее с декалями. Декали немного на авиации времен Великой Отечественной. Их много не было. Далее. Инструкция. В виде журнала выполнена. Инструкция на английском языке. Инструкция, один листочек, это у нас варианты окраски. Я так понимаю, краска дана в палитре Мистер Хобби, она же Ганда. Далее. Каждый шаг показан очень подробно. И сборка вам не доставит проблем. Модель несложная по сборке. Количество деталей не очень большое. Вот вариант. Это у нас маски на стекло. Ну и теперь давайте к самой модели. Каждый деталь в своем пакетике индивидуально. Так. На что тут хочется обратить внимание? Расшивка. Расшивка есть. Выполнена четко. Каждый лючок все прорисовано. Толкатель на внутренних частях элемента. Далее у нас литник сразу хочу обратить внимание на то, что
Модель у нас можно раскапотировать. Ну, много кто знает, что это, кто не знает, расскажу. Можно будет снять с двигателей капоты, потому что двигатели на модели, я так понимаю, будут детализированы. Расшивка здесь четкая, всего есть, все присутствует. Толкатель на внутренних частях элементов. Дальше следующий. В наборе присутствует пилот. Вот он. Так что на картинке, что изображено, все верно. Так, тут даже элементы клепки, что ли, есть. Да, видно. Молодцы, хорошо сделали. Ну, все пропечатано шикарно. Тут даже придраться не к чему было. Клепочка вся пропечатана. Толкатель на внутренних частях. Дальше. Два одинаковых, покажу один. То есть вот он. Тут у нас есть такие детали, они как бы имеют округлую форму. И хотел бы сказать, что они, то есть круглые, стыка пресс-форм нету, все выполнено четко. Большое количество мелких деталей, все пропечатано шикарно. Двигатель достаточно детализированный, поэтому уделите внимание сборке или краске двигателя. Я считаю, что можно модель все-таки сделать на диораму с открытыми капотами. И это вас очень порадует, потому что достаточно детализированная модель. Значит, опять два одинаковых литника. Это у нас уже наше шасси, а именно лыжи. Также есть детали круглой формы, толкателя у них нету, стыка пресс-форм нету, поэтому могу сказать, что все будет замечательно при сборке. Остекление уже большое, прям аквариум какой-то. Тут столько стекол, что вообще, ну и сверху, и снизу стекла, и по бокам, везде одни стекла. Недавно мы, разведчики, наши самолеты не любили рамы. Рамы корректировали огонь артиллерии, и порой в некоторых книгах я читал, что наши солдаты говорили так, что видишь или слышишь раму, жди артиллерию. Вот. Ну, остекление. Все сделано четко. Тут у меня есть буквы. Все видно через него. Поэтому уделите внимание кабине, потому что остекление очень большое. Его очень много. И там все будет видно. Все. На этом я завершу обзор. Хотел бы сказать, что если вы увлекаетесь авиацией Великой Отечественной войны, то эта модель должна быть у вас на полке. Модель была приобретена мной в интернет-магазине «Масштаб». Ссылка будет в описании данному видео. И также будет ссылка на данную модель. Всем спасибо. Всем пока.